Добрый день. Попросили рассказать про прицеп. Вот, технические данные, значит. Прицеп на крестовине от рулевой колонки. Это мне ее в Турции приварили, потому что жигулевскую крестовину мне оторвали. Наехали. Так, это был флагшток. Ну, флаг у нас исчез. Так, брызговик, он играет чисто эстетическую форму. Стоит на амортизаторе. То есть при любом весе можно отрегулировать амортизатор. Центр тяжести ниже оси. То есть центр тяжести можно еще поднять, если поднять, то есть увеличить колесо. То есть центр тяжести будет еще ниже. Ну или опустить вилку, то есть приподнять вилку. Ну как, рама хребтовая, центральный амортизатор и все. Как говорится, задняя вилка и одна труба, больше ничего там нет. Один амортизатор и одна крестовина. Сложности никакой нет. Сложность состоит в том, что под каждый мотоцикл нужно варить свой фаркоп. Сцепку, короче говоря, чтобы прикрепить фаркоп. Фаркоп у меня на жесткую, на двух болтах, и здесь намерто приваренный. Ага. Ну тут там кинематика работает, то есть прицеп идет колесо в колесо за задним колесом. То есть радиус он такой же повторяется. То есть я наклоняю мотоцикл, он наклоняется, проходит поворот так же. Ага. Не чувствуется он. То есть надо сделать что-то, чтобы его видеть. Зеркала его не видно. Так же, как и водителя не видят, наезжает ее на него постоянно. Колесо от скутера здесь. Задний маятник там от какого-то мопеда было, на сайлентблоках тоже все. Все на сайлентблоках. Ну и это экспедиционный ящик сверху. То есть размеры можно увеличить, уменьшить, длину то же самое. Увеличить, уменьшить. То есть можем производить такие прицепы, если будет необходимость. Под заказ. Потому что сцепку для мотоцикла каждого надо делать индивидуальную. То есть для Альфа одна, для Сигмы другая, для Файргорд третья. Ну и все. Как бы так. Не чувствуется он. Легкий, причем вне зависимости от грузоподъемности, то есть тяжести груза, он не чувствуется. Ну, при торможении может быть. Ну, так как бы я тоже не замечал. Потому что в общем, все. Проблем нет. Ага. Ну, там видео есть, что там накладано было. Вода у меня там, от палатки там, запчасти, кухня вся, консервы, еда, стойки палатки, примус, газовые баллоны, коврик, запчасти. Инструмент, ну, все, что надо в дороге, туда вот, то, что не влезает уже в сумку, то, что не влезает в кофр или на бачный кофр такой, ну, в смысле сумку, который на бак, на бачную сумку. Ну, вроде как бы все.